Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls Prepare to Die Edition. Это первая серия из записанных уже после того, как приехал с отпуска, и надо сказать, за это время я очень по ней соскучился, потому что игра, ну, просто вообще обалденная. Так, мы находимся... Где мы находимся-то? А, гробница гигантов, понятно, в прошлой серии мы тут маленько бегали, пытались найти этот бонфайр, но в итоге вот он, и вот мы. В этой серии вполне возможно, я правда не помню дорогу, помню только, что дико сложно, доберемся до Грейвлорда Нито и таким макаром, так, с тобой мы уже разобрались, по-моему, да, и таким макаром, собственно, пройдем этот мир, а может не доберемся, потому что локация очень сложная, как вы помните, ой, неприятные твари, я совершенно разучился играть, я не помню, какие удары, какие. А тут такие враги сразу. Вот эти враги, они одни из самых сложных, на мой взгляд. Фу, ну нормально. Здесь, по-моему, будет темный рыцарь. Dark Wraith, нет? Что-то есть у меня такие воспоминания. Я, кстати, в человечной форме, да? Снизу где-то слышу еще этих собачек. А вот и бежит рыцарь. В прошлый раз мы его заколупали через туман. В этот раз будем более честно действовать. Иди сюда, родной. Как я по вам тоже соскучился. Как я его не убил? Блок ушло, что ли? Так, хорошо. Ну, что-то помню. Ручки-то они помнят, да, за 3,5 недели. Ничего страшного не произошло, как показывает практика. Да, разучился я маленько. Больше всего на данном этапе меня беспокоит вот эта сволочь, которая там стоит и постреливает. Но вроде как к ней можно тупо подойти. А, нет. Не отсюда. Даже не к ней, а к ним. Тут, по-моему, двое. Нет. В целом я это место помню, но я помню, что оно самое геморройное вообще в игре. Ну, есть еще Blight Town, конечно, понятное дело. Но там геморрой маленько другого рода. Там просто постоянно падаешь. А здесь вот именно сложные враги. И темно. Ненавижу темноту. Так, ну что, пес? Смердявый. Мне вот отсюда спускаться, по-моему, нужно, да? По идее, насколько я помню... Я тут просто пробегал с ним, не дрался. Но это ж не интересно, мы же хотим освежить в памяти бои с этими врагами. Давай, удар. Блин, он вечно делает второй, третий. Хорошо, что я такой раскачанный, потому что в прошлый раз здесь было просто ужасно. Ох, как темно, обалдеть. Так, что у нас тут? Есть такое ощущение, что нам сюда и надо. Нет? Нет, тут пока уже приколюха только лежит. Ладно. Так. Резной щит. Ну, шляпа, по сути. Хотя кому-то нравится, я видел людей в PvP, которые с этим щитом выруливали вообще там в нуля всех, в минуса. Просто, как говорится, в кровавый понос, в сопли. В брызги. В труху. Ладно, что-то меня понесло. Но мне больше, в принципе, вот этот щит нравится. И стандартный, и паучий, как он там. Spider Shield, потому что он очень уворотистый, очень быстрый. На вес практически не влияет. Так, там бабайка, мы видим глазки, да?
Я надеюсь, у нас будет еще один бонфайр перед тем, как мы доберемся до Нита, потому что я что-то иду довольно хреново, надо сказать. Так, а это обычный скелет. Нужно... Ой, блин, тут их... так, что же делать, чтобы не нарваться сразу и на того, и на того? Как-то вот так. Тихонько, дорогой. Все нормально. Не, ну в целом, будь я уровней на 50 пониже, может, это было бы слишком сложно. А сейчас, даже после перерыва, я это место уже просто зачищаю. По сути, игра у нас пройдена, нам осталось убить несколько главных боссов. Так что все нормально. Блин, вот, вот. Вот забыл я механику игры, я просто после первого удара, мне постоянно кажется, что я успею поднять щит, заблокировать второй, третий, но не выходит. Ну да ладно, я думаю, здесь еще будет бонфайр, и по-моему, кстати говоря, он будет довольно близко, потому что я помню, как сколько раз меня убивал Грейвлорд Нито, и тут я с этого бонфайра к нему постоянно бегал. Где-то он не тут ли как раз? А, да, вот и он. Отлично. Так, сейчас нам нужно... Ой. Усесться поудобнее, конечно же. Сколько у нас человечности? По идее, должно быть дофигища. Да, дофигища. Один. Два случая. Так, мы делаем как? 28 тысяч душ. Выжигаем. Ну, в принципе, второй раз выжигаем. И все у нас будет окейшки до 15+. Возжечь. Больше нам тут не нужно. Хотя... Да нет, не нужно. Если долгое время не играешь в эту игру и потом возвращаешься, то в этот момент прям очевидно становится, насколько в этой игре продуманный баланс. Это... Подожди, у нас ничего нет. У меня такое ощущение, просто воспоминаю, что здесь что-то было. Просто так уже, когда долго-долго играешь, это не замечаешь, но здесь каждый враг, он по сути уникален и со своей техникой боя, своим, как говорится, способом приготовления. Так, тебя лучше убить, а то ты мне жизни не дашь потом. Ну да. Приятная тварь. У меня, кстати, лук под рукой, а я не знаю. У меня хоть стрелы на него поставлены. Да, стрелы тоже есть. Шо? Так, все аккуратно вниз. Там у нас сейчас несколько собак будет, насколько я помню. И, кстати, этим луком я не знаю, может их даже отшвыривать будет, поэтому будет полегче. Как бы там ни было, размотаем. Как я и говорил, усиленно так циркулируют слухи, что буквально в этом году анонсируют новую часть соусов. Я не знаю, как она будет называться. Скорее всего, Dark Souls 2. Да что это там такое? Потому что раньше была Demon Souls, Dark Souls, но Dark Souls они назвали... Они бы назвали ее Demon Souls, если права не принадлежали студии Sony. Поэтому они маленько переименовали. А тут уже можно будет по накатанной идти. Так, ну-ка. Ты, наверное, тут? Понятно. Зря я это вообще делал. Ладно, давайте по старинке. Опасное место. Минус.
Так, ну, я думаю, все у нас получится, да? Так, нормально. Ручки помнят еще. Так, и третий, что-то у вас дофигище тут. По-моему, я просто всегда убегал вон туда. Там у нас дорога к боссу, но сейчас я хочу зачистить тылы, как говорится. Вот зачем я это делаю? Я же знаю, что второй удар не пройдет. Все равно его делаю. Клиника, клиника. Фу, так, хорошо, ладно. Блин, до чего я обожаю эту игру? До чего по ней соскучился? Это просто не передать словами. Побольше бы таких игр. Кстати говоря, на PlayStation Vita, это такая портативная консоль. Ну, вы знаете, от этой студии выходит или уже вышла какая-то игра. Она, конечно, более какая-то странная, шизовая такая, но именно в этом же стиле сделана. То есть сложный, хардкорный такой слэшер от третьего лица. Хотя это не столько слэшер, сколько более такая медленная, размеренная механика боя. И тем не менее... Короче говоря, если кого-то что-то такое интересует, то посмотрите. Я посмотрел, но PlayStation Vita я пока не вижу особого смысла покупать, потому что там пока что один шлак. Ну, есть там, конечно, Metal Gear, HD Collection, Uncharted новый. Еще пара игр хороших, но из-за 4-5 игр покупать консоль — это глупо. Вот когда появится чего побольше, тогда уже можно будет присмотреться. Лерой! Дженкинс, с тобой мы уже сталкивались. Ну ни хрена ты такой. Так, что мы с него получили-то? Человечность. Грант и Санктус. Интересно. В прошлый раз я, по-моему, сокрушался, что не могу им пользоваться, потому что силёнок не хватает. Сегодня 130. Ну, так, надо сказать, неплохо, да? А, что, для него еще там вера нужна? Полумагическая. Ну да. Но выглядит зачетно. У моей Сёрн гораздо лучше. Так, лечимся. И потихоньку пробираемся вперед, там уже Нито. И вот просто представьте, это вот под землей вот такие вот огромные пространства, подпирающие такие свод земли, да? О, это круто. А я тем временем что-то не могу сегодня усесться нормально. А, все ерзаю. Так, где это мы? А, слушай, здесь сейчас, по-моему, засада будет, нет? Причем неприятная такая засада, но вот именно тяжелым персонажем будет легко из нее выбраться. Потому что, по сути, я не про эти вот костяные мешки говорю. А там дальше будет лучник и еще один рыцарь сильный. Если у тебя одни увороты, то там выжить очень сложно. Если же ты пользуешься именно щитом, и тем более щитом Хевела, то выжить там не составит особого труда. Поэтому, я думаю, разберемся. Инцидос. Неприятно. Так, ладно, сзади вроде... Ау, прям, блин. Прям вошло в пузо. Так, и что-то ушла. Ага, стоит, ждет. Скотина. Отлично. Ну ладно, вырулили. Ой, давай мы с тобой посоревнуем сейчас в стрельбе, а? Ты меня уже заколебал, потому что
А, да что ж ты? А, нравится? Ушел. Скотина. Что-то у меня в теле какое-то инородное тело застряло, по-моему. Ну давай, влезай уже, подлянка. Разлом редкого кольца. Ну да. Ладно, хоть кольцо разбили. Хорошо, что оно нам не надето было. Чем можем сделать на эти 57 тысяч? Ничего, по-моему. Давайте, что ли, починим? Обидно, обидно. Но мы сейчас быстро до тут добежим. Я просто так степенно проходил, потому что, ну, как бы считается, по первому разу. Сейчас мы дорогу, я вроде помню, по-быстрому туда пронесемся. Так что никто ничего не успеет сделать, я думаю. Здрасте. Как видите, если знать дорогу, то тут все довольно быстро получается. Еще там с кого-то собрали что-то. Фу. Я так и знал, что какая-нибудь подляна в итоге будет. Взял ПМУ у меня. Вот на это я, конечно, не рассчитывал. Вот уже ни защита, ничего не помогло. Скотина. Сейчас повторим и отомстим в страшной форме. Особо извращенным способом. Ты мне пофиг, нафиг не нужна. Ладно. Наплевать. А я, кстати, что, в человечной форме, что ли? Я же умер вроде. А, у меня же кольцо было. Понятно. Здесь уже не так темно, да? То есть можно без фонаря бегать. Внутреннего свечения души хватает. Ох, как приятно в эту игру отдохнувшим играть, вы бы знали. Я так устал уже перед отъездом. Это видео чувствовалось. У меня просто столько дел было. Столько всего меня грузило. А теперь прям просто камень из души. Всегда и везде нужно отдыхать и знать меру. Стреляй, стреляй, не понял. Ой. Короче, Склифосовский. Надо подлечиться. Теперь разобраться с тобой. Да, блин. Ай. Маленькие зоопарки с управлением. Неплохой размен. И месть. Страшная, понимаешь, месть. Да хватит меня пинать! Чуть второй раз не упал. Скотина. Я не знаю, то ли он специально такая сволочь, то ли разработчики ему тут сделали наказ первым делом игрока обязательно пинать, но он каждую свою атаку с этого начинает. Мы чуть не улетели, опять миллиметры были, видели? Офигеть. Тут у нас куча этих. Ну, пойдемте поздороваемся, что ли. Они, в принципе, как вы помните, не опасные, но в таком количестве могут и навредить. Что я делаю вообще? О-о-о! Да капец, что творится, я не вижу. Просто капец. Минус. О,
Ой, как громко. Ой, как громко. Да не туда, дура. Так, лучше перестраховаться нафиг. Фу, можно выдохнуть. Вот это пакость, да? Свидание. Так, ну мы по сути пришли. Фу, но больно торопиться не будем. Я совершенно не помню, что умеет Грейворд Нито. Я помню, что у него какие-то неприятные атаки есть по поверхности. И врагов он восстанавливает, поэтому врагов нужно первым делом убить. Или не, на таком уровне, может, их придется даже, вернее, можно будет и не убивать. Так, ладно, там мы брать ничего не будем. Возможно, сейчас нахрапом его возьмем с первого раза. Потому что в целом он не сложен, насколько я помню. Самый, по-моему, простой босс из этих четырех. Но при этом все же надо быть осторожным. Ну давай. Мы, конечно, в Ковенанте были. Или сейчас есть, я не помню. В целом он несложно, вот эта его группа поддержки. Блин, надо было оружие поменять, чтобы вместо лука стоял... как там у нас оружие было зачарованное против нежити. Ладно, пофигу. Ну да. Защита держит, видите, я не так много получаю урона от него. Так, ты будешь вставать, нет? Да-да-да. Враги встают, это плохо. Меня просто насилуют. Да вы уже запарите. Мелочь пузатая. Неплохо так. Ну да. Нет, тут определенно нужно... Хотя, не знаю, может что получится. Тупо на размен пошел. Да нет, у нас получится чисто потому, что мы его переросли. А так, по сути, конечно... Ой-ой-ой, зажали. Вот это наш шанс. Так, ну и ладно. Если бы не то, что у нас... уровней на 30, даже, может, даже на 50 где-то, мы сильнее, чем, в принципе, минимальный уровень, на котором его можно победить, то он бы нам настучал. А так, чисто, как говорится, его заспамили ударами. Ну что, тоже тактика, потому что мы игру уже добиваем. Можно и так. Тут, по-моему, любимая броня в игре лежит. Да, вот она. Но я сейчас буду в броне Арториуса ходить. Потому что мне тупо лень усилять ту. Потому что характеристики все равно один в один будут похожи.
Так. Итак, в итоге, что у нас осталось? У нас осталось 4 короля. Кто там еще был? Ногой Сид побежден. Колыбель хаоса уничтожена. Не помню просто. Так, нет, лучше вот так. Куда же нам перенестись теперь? Дочь хаоса. А давайте, кстати, может убьем эту, как ее там, Гвендолин или Гвиневер. По-моему, это он. Нет? Так, в целом, с этой локацией мы покончили. Да, вот и оно. Убьем, не убьем, это, конечно, большой вопрос. Потому что ее легко бить легким персонажем, а тяжелым тяжело. Такая у нас тавтология. Но попробуем, попробуем. Heretic. First thou offendest the godmother, and now thou see fit to trample upon the tomb of the great lord. I am the dark sun, Gwyndolin. И ты, парень, что обалдеть вообще. Так, ну что, приступим? Тактика стандартная. Он из удаления лупит разными шарами, либо дротиками. Вот это шар, от него только уворачиваться надо. Потому что от него даже вот эти углы не спасают. А вот от этих нужно прятаться за стеной. Кроме того, у него такие дротики есть, которые тоже очень неприятные. И, в принципе, все. Главный его прикол в том, чтобы... чтобы отдалиться от тебя на максимально возможное расстояние, пока ты не подойдешь. Ой, нехорошо. Вот что именно нехорошо. Если не успеете спрятаться от этих штук, как видите, никакая броня не поможет. Фу, скотина какая, да? Ну что, где мы находимся? О, почему нас сюда-то откинуло? Довольно далеко бежать. Давайте тогда на сегодня прекратим. В следующей серии пойдем бить морду этому гомосеку. Или, ну, не гомосеку, его просто воспитали как женщину. Ну, вы поняли. Короче говоря, он обнаглел, и, в принципе, приятно вернуться за игру, потому что она, ну, крутая. Что тут скажешь? Просто, наверное, шедевр. В следующей серии пойдем бить его, после этого пойдем к четырем королям, и я вспомню, что у нас еще осталось. По-моему, кроме четырех королей ничего и не осталось. Так что серии осталось не так много этой игры, и дальше мы возьмемся за что-то еще RPG-шное. Короче говоря, увидимся. Всего хорошего, приятно вернуться. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.